только у меня нет сценария, это полная импровизация. Хорошо. Да, ну на самом деле я ухожу. Алтынбек, мы договаривались же. Какой кунг-фу? Мы же договаривались, нормальный сценарий, чтобы я подготовился. I got a bad bitch, so I told her what's up. You know who it is when I step in the club like, oh shit. Bitch, why you tryna fuck? Break it down and bring that shit back up like, oh shit. Get out of the way, I be making moves, bitch. I be making plays, I'm smooth. Телепатия, знаешь? Телепатия? Да-да-да, вот смотри. Понял? Нет. Я у тебя в голове сейчас. Учась? Вот какое слово ты думал? Мороженое. А я знал. Да ну нас. Я тебя отвечаю, брат. Да, я вот так конфликты все же решаю на районе. Да, ну нас, да я голову забираюсь, говорю, что ты хочешь, нахуй, что ты? А, ты, мультики думаешь сейчас? И он говорит, нет, я не ребенок. Я говорю, да, я вижу, что ты, сука, думаешь о Винксах. Ты нормально вот это... Это ну, ментальное джиу-джитсу, брат. Да. Все, надо развивать хорошо тут. Ментально, да, вот это понимаешь. Сегодня надо, знаешь, что разобрать? Что сделать надо? Вот этот, нахуй, Германа поставим и конкретно разберем, как нежданчики. Он есть здесь, да, Герман? Да, есть, конечно. Вот это из универа, что ли? Да, конкретно он актер у меня. Да ладно. Я тебе отвечаю, он все сезоны снимался. Бля, у него опыта перед камерой больше, чем у меня. Хороший парень, молодец. Правда, молчаливый. Молчит он постоянно? Постоянно, бля, я не понимаю его. Ну, как говорится, как мне говорили, у меня вот дигды говорили, вот очень важный момент насчет... Не хочешь слушать, не слушай, но перебивать зачем? Я же думаю вообще... Знаешь, в баскетбол уйти. Баскетбол? Да, я устал же. Может, это такая непопулярная тема. Ну, у нас непопулярная, а вот где океан, оно, там капец они, знаешь, бабки рубят. Серьезно? Я тебе отвечаю, два контракта подписать, еще ты просто колледжа можешь сразу нахуй. Я в ахуе, я в ПТУ играл, знаешь какие, вот так данки делал. Вот так разбегался нахуй сейчас. У меня вот даже мяч сохранился. Я вот так разбегался. Настоящий это вот этот... Не, это муляж. Это типа я... Бей, да? Да, я, короче, знаешь, этот, фермеров так приманиваю к себе. Мы обычно на физре, знаешь, что делали, когда мяч делали баскетбол? Тетя. Долбоёб. Да, бей. На. Хорош ты. Ты Оливер Хан прям. Как лев в ящик. Я же вратарём был. Давай, бей. Давай, на. А, на. Выйди. Давай! Опа! Опа, видел, да, вот все? Опа! Вот так, видел, вот все? Мячик! Рано, брат! Останови, не надо! Не надо, он нормальный пацан, я тебе говорю, он нормальный. А что он стоит здесь? Я конкретно у него задача такая на сегодня. Ты прям на всех сразу же будешь? Не, я на всех сразу не могу двигаться. А я умею. О, ну у меня, короче, броники всегда. Потому что, бля, у нас район гангстерский, нахуй. Я один раз, нахуй, выхожу, прихожу, у него ножевое, нахуй. И после этого я за Германа переживаю. Я говорю, брат, давай я тебе броник куплю. Будешь с ним двигаться. Хули, он же... Чем он не тупак, нахуй? Ты что здесь делаешь? Сейчас сказал, дома сиди. Что ты да? Брат, не обессудь сейчас. Ты зачем привел ее сюда? Ты же знаешь, нахуй, я против таких она движений. Она нервничает, просто она нервничает. Выйди до сюда. Салам алейкум. Она просто здесь посидит. Да... Ой, вон там кухня есть, пусть там сидит. Эй, брат, у меня на кухне она посидит, понятно? Все. Вот здесь сидит, нормально все. Она тихо, да, тихо на натуре. Смотри мне. Нормально все будет, вот все, не волнуйся. Просто... Ну, первый, последний раз. Ну так получилось, ну, что ты? Ты же сам понимаешь, я же понимаю, тоже... Да, не просто так пока. Я не разрешаю здесь женщинам находиться. Просто как не впускаю женщину в это пространство... Сразу же чисто становится. Сразу мне чисто становится. Мне не нравится. Мне тоже не нравится. Я, может, хочу гнить, нахуй. Оставь ее. Вот. Я же гнить, возможно, хочу. Зачем ты пытаешься исправить мою жизнь? Я не понимаю.
Короче, давай разберем незнанчики. Подожди, брат, я сниму, жарко, а то не то, что тяжело. У меня Герман универсальный. Иногда я могу, короче, его использовать как кента. Иногда вот здесь я вот сюда убираю его. Вот сюда вставляю трубку. И бензин заливаешь, да? Да, и конкретно ингаляцию легких делаю. А здесь что, брат, у него? Смотри, у меня здесь ножевое. Просто что? У меня же ковид часто бывает. Это его резал, что ли, или что? Что за у него? Брат, я же говорю, он один раз, бля, без меня остался, его пырнули нахуй. Прикинь, долбоебы, просто он рэпер у меня по ночам. И он строчки хуярит, я в ахуе, брат. Он просто нахуй на улице, бля, лютый тип нахуй. И один раз я прихожу и вижу нахуй, и вот так вот. На, сука, со спины сюда еще. Же? И да, я не да. успел поймать его. После этого я везде камеру доставил, нахуй. Я найду эту крысу, нахуй. А, здесь в зале это сделали? Да, я так прям вот тут, нахуй, сделали. Ну, не тут, на выходе, нахуй. Он мне часто стоял, как швейцар. Ну, ты здесь поставил камеру. Да, он как не швейцар стоял, короче. И потом, я понимаю, не справляется с работой. Без рук же, типа. Просто стоит, улыбается. Я думаю, долбоебцем, нахуй, я тебя зачем поставил, блядь? Чтоб ты двери открывал, нахуй. Ну, тоже верно. И потом вот так пырнули, нахуй, блядь. Короче, я для чего тебе сюда пришел? Пока, давай, в конце концов, покажем мастер-класс, покажем бразильский, андунчаковский. Здесь всякие приемы, которых даже вот... Никто не знает, никто не знает. Там, например, Джордж Джордан, например, да, вот этот боец, Икер Касильяс, вот эти все, ну, короче, вот этот Неймар. О, Неймар, это вообще самый лучший, нахуй, боец симулятор. Конечно, конечно, вот этот симулятор. Конкретно, конкретно. Вот какие у тебя есть... Only you. Какие есть у тебя? У меня много приемов есть, но сегодня два разберем. Есть. Один из них, короче, если ты на улице встречаешь... Я все разбираю только уличный драк. Мне вот это вот не интересует. Ну да, 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 да. Не клетка. Это вообще что, это... не серьезная тема. Это, да, под пацаны. Только на улице здравая. Да? Тема. Они пусть радуются. Вот да. В этом восьмиугольнике убивают друг друга. Это мне... вот здоровье теряют там. Клетки. Конечно. А я... если тебя, например, у нас, да, у нас как, если пацаны разломали, растоптали же, как тварь последнюю. Конкретно? Есть, скотину, да, как, вот так просто уничтожили. Миша, вот так рот пороли, да, 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 ты да, как окунь нахуй. Сняли это, залили у него просто все, испортили, испоганили его честь. Достаются, знаешь, потом в конце что делают? Че? Потом оказывается, он стоматолог, брат, им помочь ему может. Вот так знакомство у нас находится. Бля. Я... Подрались, на-на-на, раз. Я так отчима нашел. Потом, брат, вот, да, о, на. Хороший вот, мужик оказался. Тебя избили еще, они не оставляют на улице, а вот там на боях оставляют, здесь там еще те, one, two, three, это не, ну, что, это не нужно, ну. Да, это и английский они... еще да, учить да. надо. А у нас вот так подмигают, все, давай, брат, ассаламу алейкум, что, пойдем, охраваем здесь. Как родные говорят да, еще да, потом. Да, типа там, чем традиционно, многие маки, они маги, и вот, здесь. Если, короче, на улице встречаешься, а конфликт же разный бывает. Ну, типа, иногда да. бывает ты инициатор, иногда тебя просто зацепили. Иногда ты после клуба выходишь вот так и взгляд ловишь его. И вы смотрите друг на друга. Кто первый проиграет. Это да, отлично. И ты ждешь, когда кто первое слово скажет. Угу. Я никогда первый не говорю. Я всегда даю... Ну ты многословный. Да, конечно, я да, вот так. Мало разговариваю. Я всегда даю пространство, чтобы он ошибся, и я ему ебало порвал. А. И вот этот момент я всегда смотрю вот так в глаза и говорю... Ну, он что-то говорит. Я он говорю, говорит что-то, да. Я говорю, брат, не понял. Ага. Даю вот так, вот понял? Здесь, вот понял, здесь, да, ты? Я вот так даже даю. Даже шанс даешь, даже шанс. Конечно, даешь. Я вот так даю шанс. Он что-то пытается... Что? Я еще раз говорю. Брат, я не услышал. Смотри, я шаг делаю. Смотри. Видишь? Да, чувствуешь, да, уже энергия. На левую ногу ушел. Я ему говорю, брат, я не расслышал. И вот здесь, когда он уже замахивается... Подожди, он вот уже вот так вот становится. Да, он уже разворачивается. Он уже тоже, бля, уже агрессивный, пиздец. И я вот здесь такой, о, шнурки развязались. Да, надо да. завязать, гений, брат. Гений. Понял, да? Я вот здесь ловлю его. Конин? Вот, брат, как есть, нахуй. Шакал, ебан, сука. Мал, нахуй. Не, долбоёб. Сука, я же... Говорил нахуй! Не смотри на меня! Эй, кавабанга, блядь! Сука! Дай его друга сломаю еще. Эй, я тебе говорил, я тебе говорил нахуй! Посмотри, что с твоими кентами нахуй! Сука! В смысле нахуй, Манчестер хуёвая команда, руки поставь, руки поставь вот так! Руки поставь! Вот так поставь руки! На!
На, сука! В этом моменте главное вовремя остановиться, ребята. Да, нормально все? Лей, нормально Вы все? Должны играть. Стой. Хороший стой. Человек, плохой Хамин, человек. Стой. Я был плохим. Хамин, сейчас ты... мой оппонент его успокаивает. Нормально, дает понять, я что мы друзья в итоге. Чтобы потом заявления о нам не было. Давай-то присядем. Дома не хочется гаситься. Он его сейчас успокоит. Вольется доверие, ладно, скажет, что мы виноваты, да, то, что ну, немного не переборщили. Он тоже виноват, потому что допустил конкретно. Брат, момент, это эмоции. Ты же начал вот это первое, я же из-за того было. Как говорится, первая буква алфавита. Стойте, отдыхайте, отдышитесь. Не, я же. Выпустите эмоции. Не, ну я, конечно, главный здесь, но ты же не порядочный. Я в смысле не понимаю, долбоёб, сука! Я в смысле ты не понимаешь, мал! В смысле ты, сука, не понимаешь нихуя, а? Тормози. Сука, ты как меня нахуй? Тормози. Ещё раз понял ты меня? Долбоёб, блядь. Не смотри, что я нахуй вот такой добрый, глаза нахуй. Всё, скажи ему, ещё такое повторится? Я, блядь, нахуй, я не знаю, я сам усорнусь на тебе первым, нахуй. У меня понятия нет, мне похуй, понял, долбоёб? Нормально. Всё, вот мы и пошутили, нормально. Такую жизнь я вообще не готовил, такую дуйку, что-то сажать его. Не, обессудьте. Играет. Он говорит, слушай музыку вот с колонкой, провокация, но. Вот он говорит. Делать тише. А? Да, конечно, молодой человек. Мы сейчас делаем тише. Вот на эту кнопку нажмем. Но выше мы немного так. Да, мы вот так ставим еще, типа. Типа мы сдаемся. Типа, конечно, брат, мы это тебя аккуратно. Слушаем. Вот здесь сейчас, давай. Лучше бы он сразу же чувствовал превосходство. Сука! Мал ебаный. Ты чё думал, а? Там сальто не делаются, выходишь. Давай. Ломай его. Давай, прыгай. Ты чё думал, я тебя не перееду, что ли, а? Сука. Подожди, это мои похорошие. Второй раз перееду тебя, ломай. Ну так аккуратно, да, чтобы они не испортить мне назиму, просто нужны они. Третий вариант. Будет мы тоже провокатор в этом случае. Ты там что выше, да? Ты специально мне такое... Конечно, брат. Это командная работа. Да, красоти. Это командная работа. Ситуации бывают разные. Это что, гольф-клюшка, что ли? Это, брат, я же это... По воскресеньям занимаюсь фэншуем. Это, брат, жидкий какой-то мячиком. Наверное, какую-то шляпу ты взял, конечно, все. Это, брат, для кино. Смешно. В смысле, хотим и смеемся, что не так? Что не так конкретно? Это не настоящее оружие. Зачем ты нас угрожаешь? Что ты сказал? Смотри, подожди. Просто, брат, пари. Оба ёбля. Она не настоящая, она вот изогнута. Конкретно шлёпай его, оба ёбля. По жопе. Вот так! Не, нормально сделай эту планку. Эх, конкретно, сука. Не-не-не, это перебор уже, перебор. Перебор, да, уже? Ах ты, чёрт, он меня согнул здесь. Э, сука! Мол! Встал, нахуй! Встал, нахуй! Ещё раз, скажи мне, нахуй! Как можно было мой меч испортить? Как меч? Шакали! Посмотри на него! Один-один, оставьте их, один-один. Один-один. Вот здесь и показывай, как на тренировках показывали, давай. Вот здесь, таз наверх поднимай. Делай. Вот, таз наверх, раз. Понятно? И два. Да, вот там. Вот так, давай, еще раз. Смотрите, Гриш. Давай по разам, да? По разам, я типа стою вот здесь. Вот здесь таз наверх поднимай. Давай, одного, оставьте. Нахуй, я ждал, да, долбоёб. Я нахуй с кинтами же всегда нахуй, он мне в кармане сидит. Вот он. Вот так. Сука. Он мою шапку украл, лей. Нахуй, главное. Ногу сломал ты ведь? Нормально все?
Нормально, брат. Ну, это третий был момент, да? Ну, культурный. Типа, по разам культурно, ну, чтобы как-то не было.